Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Объем двигателя 2 литра G4NA. Пробег 24244. Крышка и маслозаливная горловина чистая. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Четырнадцать килограмм. Второй цилиндр. 13,5 килограмм. Третий цилиндр. 13,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 13,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.